Всем привет, дорогие друзья! Это последний, что ли? Пока что. Нам нужно скорее вверх. Мы продолжаем проходить. Тень хищницы гробницы. Я могу теперь? Непонятно. Диалект вроде знакомый, но что-то тут не так. Так, вон там что-то есть. Ну давайте не будем отвлекаться на такое. Пойдемте. Вроде бы. Все, пошли. Вот тут храм. Но нам потом придется как-то уйти отсюда. Все-таки это единственный путь отсюда. Ну там будет видно. И как же попасть? Возьми ключ. Благодарю. Ты мне все больше и больше нравишься. Пошли. Я кое-что покажу. Скоро затмение. Когда солнце скроется, нужно открыть ларец. Он таит в себе великое искушение. Он будет манить меня, завлекать фантазией, предлагать легкое решение всех проблем. Но все же это будут только мои сокровеннейшие желания. Я всю жизнь училась противостоять искушению. Амару еще даже не видел ларца, но его разум уже в плену этой силы. Пайтити — это прежде всего люди, и только вместе мы сможем его спасти. То есть перемены, к которым стремится Амару для Пайтити, будут равносильны уничтожению? Да. Извне исходит много угроз. Но риск — часть жизни. Мы идем на него, чтобы остаться верны сами себе. Откуда ты знаешь, что сможешь устоять перед искушением? Я не знаю. Но если я не справлюсь, алый огонь направит меня и не даст нарушить обет. Нам пора. Что такое алый огонь? Это моя судьба. Согласно легенде, ключ Чакчели, серебряный ларец Ишчель были сделаны на небесах для того, чтобы уничтожить и заново возродить солнце. Обряд можно провести только во время затмения. Как только обряд завершится, избранный воплощением бога будет удерживать силу солнца в себе. Став богом созидания, Кукульканом, он должен будет принести себя в жертву и возродить солнце. Но серебряный ларец искушает людей видениями идеального мира, фантазиями, порожденными их разумом, новой реальностью, которую можно создать, только уничтожив старую. Он связан. Я вообще хотел просто на карту посмотреть, но ладно. Жертвоприношением Кукулькана. Когда от алого огня пойдет дым, ищи зеркало. Это великая регулирующая сила. Все, что я знаю. А кто-нибудь из этих существ забирался сюда? Существ? Они опасны. У Тринити были с ними стычки в пещерах вокруг Пайтити. И у алтаря, где не оказалось ларца, они пришли за мной. Ты про Яшиль? Яшиль. Они высокие, быстрые, голодные, даже отчаянные. Я бы не называла их существами. Они нечто большее. Да. Ну, я и нашел аналогию с Пандоромом. Похоже просто. Кто не видел фильм «Пандором», я рекомендую посмотреть. Очень хороший фильм. Но сразу напоминаю, выключайте свет, когда смотрите этот фильм. Это все-таки хоррор. Что случилось с Яшиль? Есть много преданий. Это было давно. Но они неустанно защищают Пайтити. Защищают? Не знаю, этого ли они хотят на самом деле. Но выходит так. Они не нападают на город? Нет. Мы всегда жили в согласии. Похоже, Амару планирует публичное жертвоприношение. Мятежника? Надо его остановить. Нет, мы не готовы.
и не можем рисковать. Держись рядом и делай, как я. Они могут на нас наброситься. Сюда. Джумкинеш, Мучкилич, Ольтунеш. Которая ставит под угрозу наши жизни, нашу тайну. Их предводителя, предательницу Унурату, вашу падшую царицу, я взял в плен. Но еще не поздно ее спасти. Сегодня мы делаем подношение Кукулькану. Пошли, посмотрим, что он делает. Сейчас, когда близится затмение, пойдем. Своей жертвой этот мятежник искупит былые грехи. Да узрят его товарищи свет и примкнут к нам. Амару сказал, что не хочет насилия. Для него оно просто инструмент. Весело. Мне показалось, ли там призрак валялся внизу? Не, ну, не совсем призрак, а тот, кого называли призраком. Все эти люди ему верят? Они боятся. И неспроста. Уже недалеко. Гробница за этой дверью. Да? Пошли. Да иду, иду я. Стой. Невинные глаза сомкнутся на рассвете, когда сгинет проходи. Слабость. Гробница наверху, на той статуе. Я посторожу ворота. Я скоро буду. Иона, мы приближаемся к гробнице Императора. Мы возле реки. Дай сигнал, и мы вас вытащим. Скажи, как будешь готова. Мне вообще понять, как уйти отсюда. У меня нет столько места. Вообще не знаю, куда идти. Не, ну это понятно, что туда. А, вижу, 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 вижу. Вот здесь же можно залезть. О. Ладно. О. Мне нравится, когда все получается с первого раза. Хорошо. Ой. Ну. Ой. Вот это, мать, тебе повезло, так повезло. Здесь можно пробраться. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Лара, ты где? В гробнице Императора. Я почти нашла, что нам нужно. Мы будем ждать. Подошел, нажал на Е. Кто-то поддерживает здесь огонь. Значит, его почитают.
У меня нет столько мест. Какой изысканный алтарь. Видимо, это был важный правитель. Я вообще не понимаю, зачем их хранить в таком состоянии. Ну, кремируйте их, что ли, я не знаю, похороните. Я бы хотел, чтобы меня вообще кремировали после смерти. Потому что нахрена меня хранить? Лишние бабки просто тратить на гроб. Определенно влияние инков. Гробница последнего императора. Секта могла возникнуть после его смерти. Так, цапли и затмение. Что я упустила? Стоп, это Лопес оставил? Сердце змея лежит в чаше. Сюда! Это командир Рурк. Есть зацепка по ларцу. Выслать отряд за Крафт. Унурату. Это немного неожиданно было. Твоя битва окончена, Унурату. Покойся с миром. Он мой наследник. Он возглавит Пайтити. Он юн, но силен. Его дух благороден, как и кровь. Давай, продолжай говорить со мной. Ларец будет тебя искушать. Держись. Уже проходили с Бабой-Ягой. Мы все вершим свою судьбу. Janubin impactik. Ой. Что, вы думали, я буду просто с вами сражаться?
Так. Бля. А я прямой смотрю. Ой. А больно это было. Ай. Где кто? А чё вас так много-то? Ой, все. Больно, больно. Ну ладно. Да чё они такие прямые? Да по логике легкие. Главное просто разобраться, что как делать. А я разобрался. Только так. Сейчас просто пробежался. Особенно тут. Так, с этого уже я собирал, да? Иона, где ты? Я на пристани. Что-то голос мне Иона не нравится. Вижу тебя. Уже иду. Он так сказал, как будто он на мушке. Где он, Рату? На нас напали. Она погибла в бою. О, нет. А где мама? Твоя мать, она храбро сражалась. Но это амулет предводителя. И теперь он твой. Она была воином. Да, была. Близится затмение. Если не возродит солнце... Я найду ларец. Я ни за что не отдам его секте Кукулькана. Начинайте приготовление к похоронам. Он у Рата будет жить в каждом из нас. Учу, помоги им с лодкой. Надо готовиться к бою. Восстание должно победить. Мы вернемся с ларцом. Береги себя. Вернешься, мы будем готовы. У них лодка под водой. Как? Что дальше?
вернемся в Кувак-Яку, подготовимся, а дальше решим. А что это за прикол? Разработчики, почему у вас в лодке вода? Ну, наконец-то она переоделась. Талия же мне вообще не нравилась. Поначалу это прикольно, конечно, но потом она просто мне надоела. Ну, может, кому-то из вас нравится, но мне лично вообще. Вот просто данная одежда, которую я носил тут. Что первая, что вторая, вот вообще не нравилась. Сердце. Сейчас будет, короче, лагерь, я переоденусь в свою любимую одежду, которую я одевал на нее изначально. Лучше, чем ничего. Наверное. Надо найти ларец и покончить с этим. Что это? Ясно. Фиона! Ты только что была на воде. Ну хотя бы заставочка. Ну, на превьюшечку есть. Слушай, себе рану надо обработать. Опа, кого я тут нашел? Не двигаться. Не искушай. Проверь там. Ну как? Я все еще не уверен, что этот ларец вообще существует. В этой зоне ничего. Посмотри. Что слышно? Столько разговоров об этом ларце. Скорее бы его увидеть. Иди, стой, жди, да побыстрее. Вот жизнь солдата. Что, типа светится или как-то загадочно гудит? Противник обнаружен! Да идите вы нахрен, у меня же ни хрена нету! Противник ликвидирован! Они серьезно? Серьезно? У меня же ни хрена нету, блин! Я все еще Посмотри. Не уверен, что этот ларец вообще существует. Что слышно? В этой зоне ничего.
Чего вдруг такая спешка? Ты еще тут? Здесь что-то не так. Мы несем убийца не мог уйти далеко. Противник я меч видел, который с бою! Противник избегает столкновения. Продолжаем поиск. Противник обнаружен. Да умри ты уже! Фух! Сложновато, сложноватенько. Так, что они тут делали? Где я? Ну, как я и предполагал, пойдем вот так. У нас, походу, будет еще одна серия. Может, даже максимум две. Сосредоточились. Это же была поисковая операция. Давай разделимся и сделаем, что можем. Я посмотрю там, а ты будь здесь. Сначала Домингес приказывает искать ларец, потом Рурк приказывает искать Крофт. И как... Ленивый мудак. Теперь мне одному всем заниматься. Не нравится. Легко, да. А, я мог здесь обойти. Теперь лагерь. Какого черта? Что я вообще здесь делаю? Унурату нет. Ларец не у меня. Иона. Боже, если с ним что-то случится. Зараза. Ха.
Хотя этот костюмчик мне больше нравится. А что тут появилось? Как бы все. Не, да и походу минус какой-то. Так, вот давай. Конечно, сейчас я заметил, не особо часто я пользуюсь луком, но ладно. Привет, Лара. Нет места. И кто это? Подозреваю, что ты прослушал. Здесь перечислены операции, в которых наемник участвовал на службе у Тринити. Мексика, Кения, Сибирь. Я мог бы и ту, что помладше, прихлопнуть, но Рурк сказал ее не трогать. Это он, сволочь, застрелил Ану. Было мои сообщения с самой Мексики. Рурк. Командир Рурк, ты меня уже послушала, а теперь я слушаю тебя. Еще один предвестник. Каково это? Знать, что ты виновата во всех бедствиях, во всех страданиях. Я знаю, что сделала. Твое лицо, когда Домингес сказал тебе... Но ведь тебе был нужен кинжал, правда? А возможно, даже сюда не пойдем, а сразу перетянемся вот в эту локацию. Что более разумно. Первый аванпост. Крофт движется к вашей зоне. Найти ее. Крофт проскользнула мимо отряда на пляже. Это не должно повториться. Нам лучше все обыскать. Есть что-то интересное в новой поставке? Дамы и господа, тепловизор. Я впереди. Не понял. Я что-то вижу. Где? Черт! Ошибка! Какой-то зверь. Будем зажигать свет или как? Будешь приставать, я вообще его не включу. И почему такая спешка? Рурк сказал, Крофт идет сюда. Черт подери! Ладно, сейчас все сделаю. Ой! Ладно, убивайте меня. Я хотел... Я не думал, что так случится. Мне надо было стянуться в другое место. Я что-то вижу. Где? Черт! Ошибка! Какой-то зверь. Будем зажигать свет или как? Будешь приставать, я вообще его не включу. И почему такая спешка? Рурк сказал, Крофт идет сюда. Черт подери! Ладно, сейчас все сделаю. А? Направляюсь туда. Так, вот да. Так. Я вот. Посмотрю. Тут что-то секунду. Не так. Сообщу позже. Тут что-то не так. Будьте готовы к бою. Понял, командир. Там можно спрятаться. Надо проверить там. Давай осмотримся. Никого не обнаружено. Засек цель! Да что мне еще вы прикажете делать? Ошибка. Какой-то зверь. Будем зажигать свет или как? Будешь приставать, я вообще его не включу. И почему такая спешка? Рурк сказал, Крофт идет сюда. Черт подери! Ладно, сейчас все сделаю. Вот так. Нравится мне. Прочешите сектор. Смотрите в оба. Приступаю к поискам. А куда мне? А мне как раз в здание. И куда-то туда. За мной! Стреляйте!
Черт подери, возьмите тепловизор и найдите ее. Привет, Ральф. Привет, сэр. Ты кого-то видишь? Тогда бы я уже выстрелил. У нас снова потери. А если враг прячется? Если ее укрытие хоть немного пропускает тепло, я ее увижу. Рорк жаждет крови. Далась она ему. Чертова Лара Крофт. Надо ее остановить. Не бойся, остановим. Да? Полагаешься на оборудование? Нет, я полагаюсь на Рорк. Как будто без нее в этих жутких руинах было недостаточно страшно. Я раньше ходил с отцом на охоту в такую погоду. Правда, вместо руин были страшные деревья. Но есть что-нибудь? У нас потеря! Убийца за все заплатит! Надо выяснить, что происходит. Ага. Осмотрите этот сектор. Быстро и четко. Я пойду за тобой. Блять, вот это я понимаю локация. Держитесь ближе. Точно что-то. Дайте знак, если что-то найдете. Разомкнутый строй ромбом. Понял. Твою мать. Вижу противника. Атаку. Ну, если только так играть в кошки-мышки с ней. С ними. Пост! Вы ж противник в камуфляже! А чё хочет от меня это? Ага, ясно. Ну, вот это я понимаю. Уже просто хардкор пошел. У меня ничего нету, чтобы с ними сражаться. И пушки она тоже не подбирает у них. Тебя найду. Ну, наконец-то хоть лук будет. Это рецепт галлюциногена. Применялся на войне. Должно помочь. Если намазать им стрелы, получится эффективное оружие.
Отлично. Следующим в очереди на испытание дьяконов. Отбой. Всем... Нас пришла! Назад, ублюдки! А мне нравится! А мне нравится! Реально крутая вещь! Где подкрепление? Нет места. Ничего не могу взять. Базовый лагерь плохо меня слышит. Вот он заработает, и мы усилим твой сигнал. Эй, ты выживешь? Ёб твою мать, не успел подлечиться, подлечивался только. Нажимал на специальную кнопку. Ну, по сути, мне понравилось это. Я просто выстрелил в прошлый раз не так. Ничего не могу взять. Базовый лагерь плохо меня слышит. Вот он заработает, и мы усилим твой сигнал. Нужна помощь. Тебе меня не поймать! Здесь осмотреть. За мной! Глядите в оба! Все сюда! Я вижу противника! Где? Так выйди. Я не могу. Да ёб твою мать. Ничего не могу взять. Выходи туда, где я смогу тебя видеть. Господи, Боже! Что, все? Когда я тебя найду, у тебя не поздоровится.
Эй, да пошел ты. Я лучше поэкономлю. Ой, поэкономлю, конечно. Так, уходим. Иона? Иона, ответь, пожалуйста. Он не ответит, Крофт. Что? Он мертв. Можешь смело добавить своего дружка Иону к списку людей, которых ты погубила. Да пошел ты, Рурк! Если хочешь забрать труп, он на нефтезаводе. Я иду за тобой. Так, ну ладно, идем. Этот шлем украшен павлиньими перьями и похоже изображением ягуара. Как это познавательно? А вот теперь мне напоминается прошлая часть. Вот это я понимаю, экшен! Конечно, выжил, лохи. Вот это я понимаю, экшен. Весело. А, понял. Ну это заскриптованная локация, просто ужас. Ну, я уже привык к ним. Ракета? В смысле ракета? Вы что, офигели, блин? Иногда мне кажется, что я обязана идти дальше, иначе я просто всех... Грядет цунами. Нет, это первое из множества бедствий. Твоя вина! Надо идти! Только я могу! Только ты можешь что? Ну, брутально, брутально. Что-то не так? Пулемет? Вот это мне нравится. От меня, Рурк. Это Рурк. Считай, меня вызвали в Карн. Уинтресс, Крофт на тебе.
База, говорит кардинал 2. Мэйдэй, мэйдэй! Вот эта серия мне просто нравится, особенно под конец. Ужас, просто экшен. В прошлых частях такого экшена не было. Не, ну немножечко было, наверное. Но здесь было это брутально. Нам самолетом Фьюри дали посражаться. А я не удивлен. Эй, ты чего? Я все только порчу. Да нет. Эй, это не так. Все получится. Да. Вставай. Куда дальше? Надо уходить. Да я понятия не имею! А подсказка? Сердце змея, что там? Сердце змея в чаше, рядом с каменными ликами. И какая чаша имеется в виду? Кубок, что ли? Знаешь, у Майи не было кубков. Стоп. Это не Майя. Подсказку оставил миссионер 17 века Андрес Лопес, иезуит. Змея в кубке – это же символ святого Иоанна. Нужна христианская святыня. Как церковь святого Хуана? Но сколько таких церквей? Их десятки. Но не в окрестностях Пайтити. Пойдем. Дорога там. Выберемся, поговорим с людьми. Что бы я без тебя делала? Месте. Церковь Святого Хуана.
Разделимся. Поищу следы Лопеса. Спрошу местных. Может, что и узнаю. Моя подруга Сара археолог, она работает неподалеку. Пойдем спросим у нее, что эта загадка может означать. Было бы здорово. Сара всю жизнь сходит с ума по каменным лицам. Обычно люди приходят сюда в поисках сокровищ, но не Сара. Она ищет ответы. Подождите, а где мы? А, нормально. Вы с ней давно дружите? С самого детства. Ты не знаешь, она была заучкой, а я вечно про... Эбби, можешь мне помочь? Что-то сломалось. А как ты тут так оказался? У тебя, по-моему, лагерь тут. Ну да. Как она добралась сюда, я не понял. Она что, вот так через джунгли прошла? Стой, ты что? Та Лара? Крофт? Нет, блин, да. Еврейка. Я узнала тебя по фото. Да? Что ты здесь ищешь? А когда я успел пофоткаться, я скажите мне на милость. Сердце змея лежит в чаше рядом с каменными ликами. Каменные лица. Я тоже тут из-за них. Не хочу мешать вам работать. Что меня интересует, так это змеи в чаше. Что ж, могу тебе сказать, что они тут по меньшей мере 4 столетия. Согласно бумагам из библиотеки, они стоят на страже. По легенде, они охраняют тайный склеп. Склеп? Мы его так и не нашли. Можешь себе представить, как это бесит охотников за сокровищами? Но если скандальная Лара Крофт так умна, как о ней говорят... В общем, если сможешь его найти, то очень меня выручишь. Значит, начать с библиотеки? Да, вон там, за кладбищем. Это одна из старейших построек. Если что найдешь, не забудь сказать мне спасибо. Спасибо, конечно. Да, без проблем. Если она ранена, я не хочу. Так, ну мы пойдем туда уже в следующей серии, потому что осталось-то тут совсем немного. И почему-то, блин, мне кажется знакомым это место. А, было просто похожее вот тут место. Ну, по логике, да. Ладно, короче. Давайте прямо сейчас закончим. Последняя серия, возможно, будет уже последней. Лара, ты что-нибудь нашла? Подруга Эбби сказала, где-то в библиотеке есть склеп. Встретимся там. Да, но уже в следующей серии. Так что спасибо всем, кто посмотрел. Всем удачи и до скорой встречи.